Всем привет! Универсальность использования, дизайн и комфорт – все эти параметры легли в основу новой модели от итальянского бренда. И сегодня в нашем обзоре Lomer Bio Natural. Вообще у каждого уважающего себя итальянского бренда есть кроссовок данного типа, а именно стилизованный подгорный ботинок 80-х, подходящий для повседневного использования и прогулок за городом, так называемый вездеход. Данная модель выполнена из натуральной замши достаточной толщины для очень долгой эксплуатации. Полная обсоюзка дополняет характеристики износа стойкости и придает более брутальный вид этой модели. Шнуровка сделана по типу обуви Approach, а если говорить понятным языком, то кроссовок для скальных маршрутов. Это не только дань традициям, но и неплохая возможность максимально анатомично посадить ботинок по стопе. Фиксация модели представлена в двух видах. На резиновом шнурке для повседневной носки и плотном классическом шнурке для выхода за город или движения по каменистым тропам. Подошва Vibram выполнена из износостойкого материала и при этом имеет базовый протектор для комфортного движения по рыхлому грунту. Если честно, при непродолжительных тестах я могу сказать, что она как липучка буквально вгрызается в поверхность. Каркаса в межподошве нет, а это значит, что ничто не будет мешать вам во время ходьбы по асфальту. Уровень амортизации, конечно, не дотягивает до бегового кроссовка, но достаточен для городской эксплуатации. Честно скажу, мягкости здесь даже больше, чем в городской Scarpa. Мембрана представлена брендом Mertex, так что эту модель можно смело использовать в межсезонье или в дождливый летний день. Ваши ноги точно останутся сухими. Ну а обилие ярких цветов модели явно будет приковывать к вам внимание окружающих. Также дополнительной особенностью данной модели является то, что она выпускается в низкой версии и версии с высокой манжетой. Поддержки это не обеспечивает, но зато от влаги и мусора точно вас спасет. В целом это отличная модель для тех, кто предпочитает классический горный стиль в повседневной жизни. Ну и любит проводить выходные за городом. Берегите ноги и до встречи в нашем магазине на Сайкино 4.